Расскажи о себе. Меня зовут Шожахов, моя фамилия Мухаммедов. Это моя семья, это мой отец, его зовут Лубек, его фамилия Кудраты. Это моя мама, ее зовут Нариза, ее фамилия Ахмедова. Она работает в школе. Кто? Мать? Кто работает в школе? Шарматова. В городе? Нет, кто работает у тебя в школе? Шарматова. Кто? Ты же говоришь, что работает в школе. Кто? Мать, папа, кто работает в школе? В школе или в поликлинике, или в больнице? По-моему, она работает в больнице, так? Или в школе? Это моя бабушка. Это добавить не обязательно. Моя бабушка. Моя бабушка. Бабушка. Пенсионерка? А? Пенсионерка? Да. Как ее зовут? Ее зовут Назра. А у тебя есть дедушка? А? А у тебя есть дедушка? Нет. Он умер, да? А? Отправился в рай. Ладно. У тебя есть сестра? Да. Как ее зовут? Ее зовут. Что за он? Егора. Егора. Сколько ей лет? Тебе? Три года. Ну что, не? 13? 13 год. Лет. Лет. Ну ладно, пока что.